ответ, насколько по-рождественски я сегодня выгляжу. Оставляйте свои комментарии от 0 до 10. Мне кажется, 0,0. На самом деле у нас сегодня отвратительнейшая погода. У нас морозно, был дождь, и он сейчас идет до сих пор. Поэтому я вот такая вот вся в мехах, замотанная в шарфах. Все равно жутко холодно. И мы сейчас проходим с вами мимо Somerset House. Я, конечно, не могу сюда не заглянуть. Каток официально открывается только завтра. Но он же там уже стоит. Значит, мы можем пойти и посмотреть на него. А вот и красотка выглядывает. Завтра здесь уже будет толпа народу. Будет Мулдвайн. Будет много деток бегать. А пока что вот так вот. А, да, кстати, завтра еще открывается магазин Fortnum's. Вот он занимает все вот это вот пространство, весь первый этаж, там очень красиво. Вы могли его видеть в моих прошлых, во влогах из прошлого года. Кстати, хочу сказать одну важную деталь. Если вы хотите покататься на коньках в Лондоне, обязательно бронируйте билеты заранее, потому что все катки у нас очень популярны, особенно вот этот Somerset House и тот, который возле музея естествознания, Natural History, который... Поэтому может быть так, что вы придете, а билетов не будет. Поэтому бронируйте всегда заранее. В общем, выйти на улицу сегодня без перчаток, это была очень плохая идея. У меня руки уже сейчас посинеют. А я, смотрите, куда пришла. Я пришла в Бальтазар. Меня пригласили на презентации книги. И слушайте, она так красиво украшена. Интересно, что там внутри. Как нам красиво здесь накрыли. Я как раз после нашего мероприятия попала на зажигание елки. Смотрите, здесь какой-то концерт. Там такая большая кнопка, и кто-то должен ее нажать, чтобы зажглась елка. Эмилия Кларк будет зажигать елку в этом году. Так интересно. В прошлом году здесь, кстати, снимали фильм с ней в главной роли. Привет! У нас в Кинстоне сегодня открылась рождественская ярмарка, и поэтому мы все вместе, так как у нас выходной, все вместе с детьми решили прийти посмотреть, что же здесь интересного. Так, здесь у нас стенд «Все для сада». Что, Джемик, тебе понравилось? Шарики, да. Так, здесь у нас продаются шарфики и шапки очень тепленькие из альпаки, носки на любой вкус. Здесь вот сладости, смотрите, имбирное печенье. Мы вот такое вот в Мюнхене покупали, кстати. Мне кажется, здесь написано на баварском, потому что там написано «Имогди», и, по-моему, на баварском это значит «Я тебя люблю», если я не ошибаюсь. Ой, вот это вот прям моя любимая часть. Особенно еще музыка играет, которую я люблю. Так, здесь у нас, наверное, баварские сосиски будут.
еще щелкунчики стоят, такие красивые сцены. Наверное, концерты какие-то будут у нас. В общем, давайте пойдем посмотрим, что у нас здесь есть. Так, Dutch Pancakes, Belgian Waffles. То есть у нас тут и вафли, и панкейки, и кексики, свининка. Так, а здесь уже вот рынок. Вот это вот то, что как бы у нас всегда есть. Кинстон Маркет, здесь и овощи там продают всякие. А вот это вот все дополнительно поставили, вот эти все лавочки. Да, ну вот это мое самое любимое. Там, где сосиски, вафли, блины, самое вкусное. Без еды никак, да? Вы как близнецы. Мы пришли за сосисками. Пять фунтов за сосисочку с булочкой, с кетчупом, с горчицей по желанию. Вкусно? Очень. Ты что-то капает сверху. Вроде снега нет, а с крыши капает. А, вот это вот уже наш рынок, который здесь по выходным у нас всегда происходит. Но, честно говоря, здесь очень часто дороже, чем в магазине. Я уже здесь снимала, здесь находится кафе при церкви. И сейчас здесь вот к Рождеству еще какая-то палатка большая есть. Да, вы не удивляйтесь, у нас вот так вот может цвести вишня на Рождество. Это нормально, вот у нас стоит щелкунчик и цветущее дерево. А здесь очень много всяких безделушек. Те, кто делают, например, кто живет в Кинстоне, вот они здесь это все продают. Вот быстро вам ее покажу еще раз. Если интересно, оставлю вам влог, где можно посмотреть чуть побольше. Вот, кстати, я смотрю, можно это место арендовать, чтобы, например, свадьбу отметить или там, ну, любое, короче, мероприятие. Вот, смотрите, все что угодно, так столы расставляются, очень красиво. Друзька, ты мой подарок? Ай, это не подарок. Привет. Рози, смотри, папа. Рози, я тут. Рози. Дети, конечно, захотели покататься на этой карусели. Сейчас лайк их будет держать, чтобы я особенно за Рози переживаю, чтобы она не упала. Джемка, ты готов ехать? Джеймс, ты готов? Дети, поехали! Ура! Что возьмем? Все шарики вот эти возьмем? Да. Ну это же просто для красоты здесь. Это же не для продажи.